И вот снова с вами я. Приветствую вас с сайта еда-народов. Сергей Наумов. Вновь с вами. Я веду репортаж с места развития очень интересных событий. Чем же они интересны? Начинается тур у Светы и Лоры на сайте Bistro Fast Foods. В чем заключается тур? Тур заключается в том, что там разгорелись страсти, мордасти. И мне нужно в данной ситуации приготовить небольшую закуску. Я покрошил морковки, вернее, я покрошил капусты. 200 грамм. В пропорциях 2 к 1. Взял 100 грамм моркови. Предварительно размял капусту. Размял с солью. И размял также морковку. С солью. Что я делаю? Я укладываю морковь. Укладываю морковь. Сверху. Ее украшаю капусткой по бокам, точнее по бокам. Салат рассчитан, на кого он рассчитан? Салат для студентов, а также их родителей. Забыл стих, который написал для меня любезно автор. Ну ничего, стих вы сможете прочесть на сайте. Вот так мы украшаем, значит. Украшаем, украшаем, украшаем. Украшаем. И тут буквы у нас большие. Но мы все равно смело закладываем. И у нас получается тур. Тур, тур. То, что я рад, вы уже знаете этому. Так. Капуста. Капуста просолена. Пробуем капусту на соль. Так. Надо сделать украшение помидорами. Почему именно салат? На закуску. Сейчас осень. У студентов, как правило, у наших студентов, часто бывает нехватка с деньгами. Родители же давно уже собрали на огороде овощи, фрукты. И всякий студент, может смело этим воспользоваться. Так, значит, я продолжаю, украшаю помидорами. Я не стал сюда крошить лук, но вообще, также я крошу лук. Ну, так как, если студент делает салат утром, ему на учебу, то лук и чеснок, конечно, лучше не употреблять. Но, вообще, к такому салату можно по желанию добавлять лук. Так, ну-ка. Угу. Помидоры посолены, все посолено. Добавлять лук и чеснок. Так. Вот, значит, я украсил салат. И я беру чеснок, так как мне завтра не на учебу. Я его даже сегодня не на учебу, и завтра пока не на учебу. Я его укладываю в каждую помидорину. В каждой помидорине у нас будет долька чеснока. Почему чеснок? Чеснок очень полезен. О свойствах его, наверное, вы наслышали немало.
Так что всем любителям, поздравляю всех любителей чеснока. С пользой, которую он приносит нам. Вот, значит, чеснок я воткнул. И что? Наш салат готов. Салат готов. Можно представлять его на конкурс. Не забывайте про сайт еда-народов. Помните, что можно всегда приготовить вкусные блюда по рецептам, опубликованным там. Мои к вам наилучшие пожелания. Украшайте блюда, готовьте, учитесь, тренируйтесь.